произошло ограбление, выхватили дамскую сумку. При этом были люди, это видели мужчины, никто не помог, даже не обратил внимания. А в сумке что было? В сумке было 200 рублей всего лишь, сотовый телефон и паспорт. Сопротивлялась, сумку не отдавала, за это получила по голове. То, что женщина, если вас грабит, сразу отдавайте свои сумки, чтобы не ходить на следующий день с синяками.